люди России, великий народ, идут они с верой только вперед. В этом единстве и сила России, всегда мы будем непобедимы. Флешмоб под девизом «Наш дом Россия» официально стартовал. В ДК «Мужичи» его восприняли на ура. Самое большое число участников в говорящей акции «Поэзии едины». Рассказать о родине в стихах на русском языке и закончить выступление фразой на родном ингушском. Для этих ребят задача минимум. В стране народа много, мы все один большой народ. У нас у всех одна дорога, и к дружбе нас одна ведет. Не только поэзия, но и вокал, кулинария и хореография. Принять участие во флешмобе ко Дню народного единства можно сразу по нескольким направлениям. Горский танец знакомит зрителей с культурой разных народов Кавказа. Принять участие во флешмобе может любой желающий. Присоединиться к акции решила и Раяна Богатырева. Единство и национальная идентичность – это сохранение памяти о прошлом и бережное отношение к нашим традициям, считает она. Флешмоб – это каждая танец, горский дышим бехта антиатуахас. Цута акция же башчуабу. День народного единства онлайн. В условиях пандемии, когда массовые мероприятия отменены, такой формат позволяет вовлечь в празднование максимальное число людей. Алима Гамбердова за мир и дружбу между народами большой страны. Этот рисунок называется «День нашей дружбы». Но этот, почему они такие разноцветные, как знак России? Этот рисунок... Он очень легкий его рисовать, потому что ложишь руку на рисунок и рисуешь. А раскрашивать надо, а раскрашивать это вообще легко. Отметить праздник безопасно и в полной мере почувствовать себя частью большой многонациональной страны. Выложить свои творческие идеи в социальные сети участники акции могут вплоть до 4 ноября. Тамара Хажагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.